сказали. 17. Вот тут. Вот там дальше. Нужно пройти туда. Кафедральный собор снаружи. На центральной площади, площади республики, с одной стороны площади, находится дом дворцовой стражи. А с другой стороны находится дворец великого магистра. Это прекрасное творение архитектора Хасара, построенное в 16 веке. В современном виде дворец состоит из двух этажей, занимает целый квартал. Дворец был официальной резиденцией великих магистров, затем резиденцией английских губернаторов, а в наши дни в нем находится палата депутатов и рабочий кабинет президента республики. Разумеется, закрытый для посещения. Итак, дворец великих магистров. Это маленькие магистрята. А это наш самый большой магистр. Пройдя насквозь почти всю Валетту, мы вышли к прибрежной улице. Отсюда открывается очень мощный вид, начиная с городского маяка и на все остальное прибрежное великолепие. Вдали находится колокол осады, так называемый. Ну и здесь лодки. Здесь седан, здесь на вид. Монумент поставлен в 45-м году, когда сюда вошли союзнические войска и освободили Мальту в честь героических действий мальтийских солдат. Это нижние сады барака. Дворец архиепископов. Нас сегодня в комнате ждала черепаха. Это
потому что на ужин... Этот день прошел у нас на корабле. Мы покидаем Ионийское море и переплываем в Эгейское. Завтра будет Санторини. А это заход солнца. Группа. הזדמנות גם לראות את זה וגם להבין מדהים שמגלף באבטיח הוא מעשה את זה בלייב לוקח עליהם גם תמונות וגם וידאו של העניין הזה אתם מוזמנים לי השם של האונייה ואם קצת מישהו שומע צוות הבידאו ייתן לך פרס או שאת יודעת מה עכשיו אני נותן לך כל מי שהגיע עכשיו נספר לכם שיש פה בופיני והיום אתם רואים את הגל הבופה ואם אתם משתמשים באונייה ביום אחד כמה 50 קילו? לא. Мы плывем в обратную сторону, и этим утром мы посещаем один из островов Кеклад, греческий остров Санторини, расположившийся наверху этих скалистых гор. Это последний пункт нашего посещения в этом круизе. Подплываем к одному из небольших городков на острове Санторини под названием Фира. На него можно подняться тремя путями. Или по лестничке из 700 ступенек, или на ослике, или на фуникулёре. На корабле, доплывающем от нашего корабля к берегу. Поскольку здесь нету бухты, корабль находится на якоре. Мы поднимаемся на фуникулёр. Сейчас поднимемся уже. Один из вариантов подъема можно на осликах или же пешком. Вот это вот здесь.
и туда как-то наверх. Как толканула, она же улетела. Это море синее, вот это сверху смотришь. Море вообще. Фиры. Мы делаем легкий переезд в город под названием Ойя. По рассказам в этом городе самые красивые в мире закаты. Поэтому сюда приезжает огромное количество туристов и особенно художников. Вот один из художников. Еще две художницы. Церковь Ильи Пророка. Вид на Эгейское море. И где-то вдалеке есть наши корабли. Ну и куча островов. Мы бродим по улочкам Айи. Там какая-то могила такая нужна. Сюда плохо. Только на груди, да? С видом, да? Считайте. Эта дверь называется дверь вечность. За ней нет ничего. Открываешь дверь, и там пустота. Улочки Айи красивы до безобразия.
И как обычно мороженое. Здесь же рядом находится кафедральный собор Феры. Мы спускаемся на фуникулёре. Вон вдалеке мы видим осликов, которые уже не спускаются. На людей, спускающихся по ступенькам. Посмотрите на меня. Как ничего не говорите там? А подъем на осликах вот здесь. Но нам он, в принципе, уже не нужен. Внутри вот маркер есть. Вот. Давай куда мою маленькую бутылочку воды хотя бы. А это тот самый корабль, на котором мы хотели поехать, но не получилось. А сейчас мы сядем в лодку, чтобы доехать до... Сегодня прощальный день. Завтра утром мы приплываем... Кайфу.
Закончилось 13 дней. Мы в Хайфе в аэропорту. На этом наш круиз подходит к концу. Детки хотят спать. До встречи в следующем году.